Значит, мы купили конверт за 60 йен. Нам предложили на выбор конверт еще за 350 йен большой, но такую карту отправлять за 350 йен, я думаю, не стоит. Поэтому взяли самый дешевый конверт. Сейчас мы его распакуем. Проходит? Да. Это футоно и гаино. Футом. Так, значит, мы купили конверт за 60 йен, теперь нам надо еще 120 йен заплатить. Как они зены с ней? Замечательно. Так, платим еще 120 йен. Получается 180 йен в общей сложности. Ну вот, это за это, за марку. То есть взвесили. Оказался легкий довольно-таки. Это я взял самый дешевый, без отслеживания, без всего. То есть самый простой вариант у нас вышел. Да, оказывается. Нам не чигура, как аримаска. О, Манди. Сеньки. Так, вот. Она блеснула, значит, знаниями английского. Значит, понедельник доставит внутри Японии. Сегодня какой день? Сегодня пятница, да? То есть либо завтра, либо в понедельник. Как она до сих пор не может успокоиться. То есть, пойдем? Никак не успокоится, да? Открыто. Так, в общем, отправили мы письмо. Она у нас сразу его забрала. Получилось, да, у нас сколько? 60 йен за два конверта. И 120 йен за самую дешевую отправку. Получилось 180 йен. Ну, не знаю, довольно дорого вообще-то. Вообще марки в Японии какие-то дорогие довольно-таки. Но зато доходит быстро и стабильно. То есть, вот нам сказали, в понедельник придет или завтра. Значит, так и будет. Что еще хочу сказать, очень важный момент. Если вы приехали в Японию даже на короткий срок, ну, а если уж не говоря уже о более длинном сроке, обязательно нужно знать свой адрес. То есть, как только вы приехали, вы должны сразу его куда-нибудь выписать, желательно на японском. Можно на английском, конечно. И чтобы он у вас всегда был под рукой. Потому что, когда вы идете в какие-то учреждения, отправляете письма или еще что-то с вами происходит, постоянно нужно знать адрес, постоянно нужно его писать. И надо будет его постоянно вспоминать, куда-то лезть. Поэтому лучше всегда его иметь под рукой, а лучше вообще выучить, как он пишется. Так, ну, помимо обычной почты, можно еще, в принципе, отправить какие-то большие посылки. В Японии это очень удобно и быстро очень все приходит. И стоит, ну, там тоже не очень дорого, какой-нибудь средний ящик каких-нибудь яблок будет стоить там где-то 2-3 тысячи йен отправить. В принципе, вполне нормально и придет довольно быстро. Ну да, да, и он будет идти 2 дня, там, допустим, 3. А может и даже и быстрее. Может и дешевле даже. Потому что с Амазона, например, вообще доставка там 350 йен всего лишь. Ну, на этом пока все про почту. С вами был Сергей Куваев, мой японский видеоблог. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, распространяйте мои видео, показывайте друзьям, растите, так сказать, мой замечательный канал. И будем дальше продолжать снимать интересные видео. До скорых встреч!